Как легко ты можешь дать совет другому человеку, своему другу, знакомому, своему близкому, своей любимой, своему любимому. И на самом деле, когда ты даешь совет, ты достаточно решительный, ты достаточно креативный, ты достаточно твердый, ты предлагаешь толковые решения. И это круто. Ты действительно хочешь помочь этому человеку, и ты полон сил, и ты даешь верные решения человеку. Не всегда он к ним прислушивается, это, конечно, уже его проблема. Но я хочу обратить твое внимание вот на что. Сегодня мы поговорим о том, как принимать сложные решения, и наше умение давать другим людям совет как раз-таки нам в этом очень хорошо поспособствует. Я вернусь к тому, с чего я начал. Ведь на самом деле, когда мы даем другому человеку совет, нам это сделать достаточно легко, потому что мы не включены в этот процесс. Ну и в конце концов, выполнять-то наш совет, нашу рекомендацию все-таки не нам. И как раз-таки, когда мы находимся в состоянии без напряжения, в состоянии расслабленности, когда мы находимся в состоянии, глядя на ситуацию как бы сверху, либо со стороны, мы можем генерировать, мы можем креативить классные решения. И это все очень здорово, и на самом деле я уверен, что любой человек, даже ты сейчас, когда смотришь мое видео, ты можешь мне дать толковый совет, можешь дать мне толковую рекомендацию, как мне улучшить контент на канале, или как мне лучше говорить, какое оборудование использовать. Это все классно, я сам точно так же даю советы другим людям, и они зачастую являются очень выигрышными. Но есть одна проблема, когда вопрос касается лично нас, когда нам нужно решить какую-то нашу проблему, мы с той же твердостью, с той же уверенностью самому себе не можем дать такого совета, мы самому себе не можем дать такого решения. И сегодня я хочу, чтобы ты начал практиковать одно хорошее, простое упражнение. Оно так и называется «Дай совет самому себе». Ведь когда ты даешь совет другому, ты обычно вот что говоришь. Ты знаешь, на твоем месте я бы сделал вот так, вот так. Будь я на твоем месте, я бы сделал вот так, вот так, вот так и вот так. Что нужно сделать тебе? Попробуй каждый день делать это упражнение в течение 5 минут. И здесь предупреждаю, больше 5 минут делать это упражнение не нужно. Поэтому только 5 минут. Первый шаг упражнения. Если у тебя есть какая-то жизненная задача, если у тебя есть что-то, что ты хочешь решить, то есть у тебя должен быть, как мы говорим психологи, запрос, у тебя должна быть какая-то цель, у тебя должно быть какое-то намерение. Возьми сейчас, поставь это видео на паузу и в течение 2-3 минут сформулируй свой запрос. Вот подумай, решение какой задачи было бы тебе сейчас очень сильно необходимо, да? И когда ты определишься с запросом, сделай простое упражнение. Поставь два стула, в один стул сядь сам, а во второй стул посади тоже себя. То есть представь, что на втором стуле сидит человек, твой друг, которому бы ты с легкостью мог дать совет и рекомендацию. И представляя себя на этом стуле, сидя напротив себя, это такая мысленная вся история, в которую нужно поиграть, ты, пожалуйста, дай несколько рекомендаций самому себе, но глядя на себя со стороны, глядя на себя как бы глазами стороннего наблюдателя. И выпиши эти рекомендации, и честно тебе скажу, те рекомендации, которые ты выписываешь первыми, они, как правило, будут самые правильные, они, как правило, будут самые главные и самые такие толковые. И, соответственно, когда у тебя уже будет на листе несколько рекомендаций, себе же, но глядя на себя со стороны, таким образом ты как бы сбрасываешь с себя вот этот груз ответственности, чем когда ты сам в своем внутреннем диалоге варишься в этой каше. Поэтому практикуй это упражнение в течение 5 минут каждый день, когда у тебя стоит какая-то задача. Сформулировал задачу, посмотрел на себя со стороны, дал несколько советов, желательно их записал на бумаге, и потом уже, соответственно, принял решение по совету самого себя. На этом у меня все. Успехов! Прокомментируй, что у тебя получилось. Поставь лайк этому видео. Поделись этим видео с теми друзьями, которые не могут принять какое-то решение. Я думаю, это будет очень полезно и важно. До скорых встреч.
С тобой был Юрий Пузыревский. Пока-пока.